24 сентября первый в Ульяновской области журнал «Для бизнеса и о бизнесе» объявил итоги конкурса «Стань стипендиатом делового обозрения». Награждение победителей прошло в редакции журнала. Студенты познакомились с коллективом, узнали о том, как формируется редакционная политика, смогли прочувствовать атмосферу создания номера. Поскольку мы издание деловое, мы ориентированы на бизнес, на малый, на средний, на ульяновский бизнес. А будущий ульяновский бизнес, это, конечно, за вами. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы вы были нашими читателями, нашими экспертами, возможно, нашими авторами будущими. И мы максимально активно интересуемся вот этим племенем молодым, стараемся, чтобы оно не было незнакомым. Конкурс проводится во второй раз и уже стал традиционным. В этом году 19 студентов ульяновских вузов еще в начале лета подали заявки на участие. И вот она, желанная победа. Диплом победителя в руках. Мария Елимбаева, Владислав Кульков и Ксения Калинина будут получать именную стипендию журнала «Деловое обозрение» в течение всего учебного года в размере 1000 рублей ежемесячно. Работы конкурсантов оценивались по трем критериям. Актуальность, глубина раскрытия темы, практическая направленность. В каждой номинации были свои фавориты, отмеченные благодарственными письмами. Обязательное условие конкурса – написание эссе на тему «Мне жить и работать в Ульяновске». Именно об этом и пошла речь за чашкой чая. Журналисты узнали о том, что интересует современную молодежь, что читают студенты, каким видят будущее прессы.